Всем привет, дорогие друзья, с вами Даридзи и Нарик Харитонов, это игрушка Warface. Вот, сегодня будем играть вдвоем. Такая вот классная елочка, зацените. Все очень классно сделано, гирлянды висят. Так, ну что, жду сейчас. Может, на палочку кинуть? Окей. У меня аук, значит. Только на нем ничего нет, ни глушителя, нифига, только коллиматор. Мы быстро подойдем. Короче, когда мы заходим, нажми оборудование. Видишь там оборудование? Штык. Так, окей, комната найдена. Да, все, нажми штык. Сейчас. Вот, угу. Так, ну хорошо, я буду тогда оборудование прокачивать. Первый, значит, глушитель у меня будет. Легкий? Классно. Легкий глушитель? А, ну не знаю, ну легкий-то давай. Нет, у тебя что там написано? Легкий или какой глушитель? Штормовый глушитель у меня просто. Ух ты, ничего себе. Это тебе, смотри, есть три вида, ну там, редкий, обычный и раритетный. Ага. Тебе сейчас редко открывается, сразу на тебя. Нифига себе. Повезло, да, значит? Да, угу. Не всегда так бывает. Обычно открывается прицел ЕАТЧ. Так, мне написано убейте врагов выстрелами в голову в подкате и убить выстрелами в голову из положения лежа. Я буду пробегать и это все делать фастом. Вы там можете там отстреливать. Я вас уже вертолет. Так, ну посмотрите, у меня самый плохой уровень, я тут вообще прям. Где мы быстро прилетим? Позорно. Самый младший. Кажется, нет. Так, у нас здесь, значит, один медик есть, это уже хорошо. Медик самый вообще на ценный. На тренировке можно не видеть. Нет, да, медик ценный, только на спецоперациях и профи сложно. А здесь как бы, ну, тренировка, так и тренировка. Слушай, мне кажется, сложно убить врагов выстрелами в голову в подкате. Ну, я это сделаю. Это дополнительный опыт, да, дает? Да, 10%. Выполнишь выстрел в голову 10%. Вы в подкате плюс 10, то есть плюс 20, все это быстро. Так, ну ладно, окей. Все, мы запустились. Харитонов, Фэн, все, вижу тебя. Угу. Кстати, до сюда досмотрел, ссылку на Нарика Харитонова я оставлю под видео под описаниями. Можете перейти и подписаться, он Warface снимает очень много. Сейчас очень часто снимает Warface, у него там нарезочка новая, 3 минутки идет. Можете посмотреть. Так, сейчас, ну а мы пойдем. Вот это вот подкатил, делаю. Все сделали. Так я попробую в подкате выполнить тоже. А я уже сделал. Подожди, но я же не сделал. Нет, там не обязательно всем делать там. Ну, то есть. А, хотя бы один, да? И да, всем дадут один. Плюс 10%. Ну, нифига себе. Да, да, да. Молодец. Надо лежа, лежа. Лежа, лежа, сейчас. Я уже а, уже три сделано, ты сейчас быстро выполнишь. Смотри. Это получается легкое, да, у нас? А все уже. Это тренировка. Так, ну ладно. У меня самый первый левел. Я сделал, я покажу. Ну, я думаю, 30-40 минут поиграем там, как получится. Ну, тогда на спецоперацию. Ну, тогда другую серию. Ну, так, кто там? Ладно, пропущу бота. Че ты уже куда-то удрал-то далеко? То есть ты до контрольной точки добираешься? А? Ну ты просто миссию проходишь, никого не убиваешь. Ну, кто попадет сюда по пути там. Да, да. Ну это опасно, я в раз так же пробовал, меня просто сбили. И когда ты лежишь, тебя просто дубинкой. Все, тут рифс это в килбар. Так, турелька. А ты что, убил этого чувачка с турелькой, который был? А, да, как-то вроде. Так, красиво, а такой водопадик тут. Классный вид. Я иногда, знаешь, я иногда в игрушках останавливаюсь, ну просто посмотреть. Прикольно. Да, красивое, что-нибудь красивое такое, когда видишь. Заценить на видео. Ой, о, один погиб. Погибает, точнее. Это я. Ладно, я побежал дальше. Еще, знаешь, что надо. А, блин.
значки возрождения. Хотя бы штук 5 купить, потому что иногда они очень нужны. Не, они тебе за ап Да? дают. Просто у меня бывали такие Ну, за моменты, ап. когда ты уже почти рядом с контрольной точкой, и тебе, по сути, просто дотянуться. Это у меня было такой случай. А Да, очков вот возрождения я нету. реально. И поэтому, блин, очень печально было. Они тебе за уровень дают. У тебя пока что маленький уровень, тебе вот легче будет их А, ну получать. И хорошо. так что тебе Ну, сейчас буду не стараться затянет. копить их. Да, вот в будущем тебе они очень понадобятся. Так, я Это тут как немножко серый заблудился. человек. Слушай, а как карту ты нажимаешь? А, вот все, тап. Так. Ну или в левом верхнем углу А, есть. все, я понял, куда идти. Это что-то кругами ходил. О, блин, у меня что-то хп маловато, я должен. Ну да, мало. Что-то вообще отстал. Все, давайте. Ничего себе, вы далеко там. Да я тут немножко приплутал. Ух ты, фризы что-то начались. Ну, да немножко так все, сейчас нормально. Как? Серию можно назвать путь к пятому рангу. Так, ну Путь к посмотрим. Да, в пятому рангу. принципе, ну просто Ну как, можно начальный сказать. уровень я назову. Warface начальный уровень будет круто. Фух, уже. О, я Все, догнал вас. побежали дальше. О, найс. Сейчас еще дальше побежим. Блин, ничего себе. Ты уже 54 убил. Один раз погиб. О, красиво. Я как, знаешь, я как оператор стараюсь все заснять красиво. Так, все рушится. Нифига себе. Эпично. Ой, все побледнело. Ладно, давай дальше побежали впереди, я сзади. Так, готовы. Легко, конечно. Почти пришли, да? Все, мы уже выйдем в конце. Снайперы очень опасные, блин. Не сразу могут половину отнять. Даже больше, да? Не, это пока что легкая тренировка, они не могут А А они так с мы какого просто раза там убивают? спираться реально. Так, вы под вертолеты не встали. Вы куда побежали под В вертолеты? принципе, мне как бы это... Они не это. Не знаю. Так, Ну окей, я ладно, сейчас отойду пойдем. на 2 минутки, пока Сейчас летим. отдохнем. На минутку даже. Сейчас приду. Так, окей, а здесь что, мы уже прошли? Тут, то есть, одна миссия, а Да, обычно прошли. как бы две, я вот помню. А, ну ладно. Это тренировка, а так, да, две. Я сам что-то думаю, о чем мы закончим. Так, его, я даже не продвинулся, да, по уровню? 707% у меня до рекорда. Сейчас А проверим. медик обучение пройти надо. Наверное, мне То даже есть я нет. могу отложить, да? Хорошо, я отложу. Да, можно Апнулся, так вы отложить, получили это нам надо как можно к легкой быстрее. миссии. А, ты Доступ. уже отмыл, как я вижу. Ух, смотри, поздравляю, вы открыли новый модуль, Так, штурмовой глушитель. выбирай, да, вот я знаю, что делать. Классно. Держи. Вот Окей. теперь можешь водить. Ну ладно, сейчас один. Вот, нажми прими, Елочка мне вот нравится. не можешь. Такая яркая. Все, одевай. Ну, елочка прикольная. Когда заходишь тут. М? Надо как-нибудь вот так превьюшкать. Да. А, ну Ты же да. знаешь, что ты Да можешь не, я не включить хочу. там, ну, тренировку пока что. Видишь компьютер? Нажми на него. А, ну все, я уже Там захожу. можешь, в принципе, там Стальная игрушка. движущийся манекен. О. Получите бонус. Звездюк. А. То есть, ну что это был бонус, да? Который уже, наверное, на 5. А?
X5 это легко, смотри. Мы убиваем грома, нам дают То есть тебе надо патроны. подряд убивать, убивать, убивать. Не-не, подряд не надо, ты познаешь. Это как в Агаре, вот там с боссом играешь и подбираешь вот эти икс, там потом Ну, икс понял. один урон, икс два урон, там, допустим. Ну, примерно так. Убиваешь там, допустим, врагов 10, а икс поднимается до 2, например. Нет. А вот если мы убьем грома, нам дадут сразу этот икс 5, так что можно и не выполнять. Слушай, ну а что так сразу как-то начал игру? Стоп, мы То есть уже... обычно мы в вертолете летим. Да, вот мне тоже. Да, мне тоже пошли. Вы что, значит, игру Ну а назад? что ты уже играл, мы как бы подсоединились с контрольной точки, я так понимаю. Почему? Походу. Ух ты, я уже пятерых убил. А А, ты что, глушитель ну-ка. не называешь? А. Все. То есть лучше с глушителем лучше? Да, Снижает. нет. Он повышает точность, по крайней мере. А стоп, нам надо без прицеливания. Ну все, это изи, все. Сделали. Кого Так, там вижу, вижу двоих. поднять? Поднять бы. Всех надо поднять, просто. Блин, мне пистолет у меня дурацкий, Все. конечно. Погнали. Особо здесь не за... Мне нравится, вот Сами в держимся. Контракт Варсе такого нет. Ты когда достаешь пистолет, он очень долго бывает его достает. Это неправильно. Пистолет должен быстро доставаться. В любом шутере. Чтобы было в нем Да, это актуальность его использовать. критичное оружие. Допустим, у тебя патроны закончились, и тебе надо быстро кого-то убить, даже добить. Ты быстро достал пистолет и добил его. А ножик он еще быстрее достается. Ну-ка, проверим. Нет. Да Точнее, не, я примерно пойду одинаково, кстати, я попробую. вот так посмотрю. Нифига себе! Вот это фарм. А, забрали, понятно. Убейте выстрелами в голову без прицеливания. Мы все выполнили, у нас по плюс 10. Сделали, да? Вот смотри, Попробую. вот эту Слушай, сайфер у квест меня то есть пошла, точка чтобы появилась в баланс звании, у меня поднять. просто квадратик был, а сейчас с точкой. Так круто. Да. Вот это оружие очень хорошее. В принципе, если уметь с ним играть. То, чего я не умею. Хотя частично могу. При прыжках там. Аэршоты. Кстати, заметьте, миссия одна А, и та да? же вот в начале. Я Только мы уже сейчас. обратно идем. Я понял, да. Я думал, мы как бы продолжаем Да. куда-то идти вперед, а мы, оказывается, назад идем. Вот снайперка, видишь, в киллбаре? Так я не вижу. Ну, если хочешь, можешь посмотреть его. На, смотри. Ой, подожди, беги, тебе ничего не будет. Нет, это только А, напротив ну вот. лампы стоит. Все, Я можешь вижу, ну классно. попробовать. Ну, в Окей. принципе, очень хорошо. Ладно, все, пошли. Что-то наши уже убежали. И зачем Растяжку? мне это сделать? Растяжку поставил. М? Ну да. Так, что-то Вау, мне снайпера. тут не Когда они целятся, вообще ничего не видно. нравится. Да. Ты там-то лучше не Окей. задерживайся, вот так Слушай, надо раньше у меня не быстрее было таких открыть прям и быстрее фризов. Я не подойти знаю, к может. цели. Не, у меня вот в Warface не было Это фризов. Warface. А, ну может быть, да. Нет, чем больше обновлений, тем больше призов. Обычно. Ничего удивительного. Ну, они Так и обычно есть. потом. Так всегда. В Warface вообще раньше призов не было. Добавили вот эти вот спецоперации. Все, и больше. Ой, призы появились. Ну да, потом Тоже. у них главная задача сделать так, чтобы В не было фризов, смысле потому что, тоже? Ну, не ну, пошло. многим не нравится, когда игрушка начинает лагать. И поэтому, почему люди играют такие игры там, любят, а вот новые не любят? Потому что у них просто компьютер не тянет, и он жутко лагает, и не, это, блин, отталкивает игру. Неинтересно играть, когда у тебя все лагает, фризит. Да. Лучше уж простенькую поиграть, которую без, ну, все сглажено, все, блин. Блин, нет, нет, вот Да. со щитом напал. Так,
Меня кто-то спас. А, спасибо. Вот про такие случаи Кто я говорю. спас? Это Когда я. бежишь, отрываешься от всех. Создали Юпитер. Тебя сбивают и Я дубинкой. создали Юпитер. Ну да. Знаешь, когда кучка идешь, все норм. А если кто-то там Еще часто отстал бывало, или кто-нибудь что-то, вырывается сам там вперед. Я говорю, кто-то ну куда ты повалили побежал, все, блин? короче. И в результате его тоже сбивают, а потом спасать приходится его. Самолет. Да, это куст. Окей. А, ну да. Теперь повернись и представь, что это тренировка, мы идем обратно. А, сейчас будет вторая миссия. Слушай, а каратель... Нам повезло, смотри, как каратель 17. Классно играет. Да, сейчас будет что-то дальше. А, 643, Это как бы клан наверху. 688. Ну, классно Ник играет. это такой белый. Ух ты, я в такую не играл, слушай. Я не помню такую карту. Это арена, да? О, где мы? Сейчас мы будем против робота драться, если что. Да, сейчас робот будет. Если что, держись возле меня, потому что там в основном как, как там его. А, вот он, Ну, ты прыгаешь, здесь будешь вижу его. нести тяжко, как это косвенно как. Эпично. Потому что здесь сейчас У меня есть два щитоносцы будут возрождения, если ходить. что. Да, поехали. Так, я беру РПГ. Пошли. И А, прямо блок ему сбивается, а потом это мы уже усилить его убьем. немного, да? Прямо ему в блок. В блок питания. А, Это да? как Джиггернаут, только у него А что дальше? увеличится. Ты можешь ему с оружия Не, у него покасить. щит пропал. Да. А, просто... Просто гасишь его, все. Все, я понял. Да, все, мы... Там такая синяя фигнюшка на башке была. Все, побежали Так он же отсюда. убьет нас. Ты прям вот как ты открылся. Что мы тут забыли? Побежали к РПГ. Да не убьет. Ладно, бегу, бегу, бегу. Но я могу как бы так Не, я больше сделать. оператор, я снимаю вот эту вашу бойню. Я прямо под ним. Давай, ты можешь, в принципе, пробежать. Ну да, в полевых условиях оператор. Так, вижу, Тут РПГ люди упало. дерутся, да? Стоп, 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 стоп. Чего так Окей. вылили на сами? Я Смотри, прям... вот сейчас он он мне... упадет, когда у него Бегу, щит бегу, бегу. упадет. Ой, как зарифмовал, ну ладно. Вот, Блин, все, у немножко него не щит убили пропал, его. видишь? Вот эта синяя штучка. Все. Слушай, он меня не замечает, мне прям повезло. Нет, там специально так. Ему определенный урон А. пойдет и все. Дальше нельзя больше так. Так я его кручу как бы. Ты куда Блин, он повернулся, бы вот в слышь? эту яму провалился. Мы так не договаривались. Все по сценарию, давай смотри. Слушай, может, пока я в него Может, не степал. прям все по сценарию? Нифига себе, сколько взрывов. Эй-эй-эй! Ты куда, ты куда? Блин. Ой, Но он, в нет. принципе, вообще такой косой. Все, завалил. Отлично. Да, все развалилось. Долго это не заняло времени, да? Ну да. Все, видишь, мы X5 получили, видишь? Ниже времени. А, да, я вижу, мы все прошли. И убить и выстрелить в голову без прицеливания тоже. Кайфово. Так, ну все. В принципе, еще можно поиграть. Ну, на какую-нибудь карту. Так, мы сейчас на сложно пойдем. Мы справимся? Конечно. Хорошо, попробуем. Мне кажется, слишком маленький у меня левел. А тут Подожди, зачем можно сложно? по-другому. Может, в среднем? Есть же средние. Так, сложный есть средний, это А, да? легкое, сейчас сложно, есть профи. Профи, я думаю, это... Это пока что, блин, точно. Надо реально задонатить очень сильно. Задонатить, так можно и без доната просто. Ну, с донатом проще. Самое крутое, если ты возьмешь Да. пушки всякие там, О, шлемы. нет. Так. Сейчас посмотрю, сколько Смотри, получу. меткость стрельбы 61. Не понял. Меткость стрельбы. А, 61, молодец, по-моему, ну. больше, да. А у меня 18%. Но я просто палил, я
Тем более по боссу я пойду тоже. Просто молоко. За корону можно будет тоже, да, что-нибудь крутое покупать? Да, это великое оружие. Так, сейчас пойдем на сложное. Там уже будет РПГ, Так, только ну ладно. доктора сбивать. Так, за кого я еще не играл? За инженера. Ну, я пока А, что мне ага. удобнее снайпер и штурмовик. Я выиграл, поздравляем, вы открыли Молодчок. новый модуль «Облегченная рукоятка». О, слушай, Слушай, у это меня круто, есть это сошка, я не можно. знаю, Похоже, что мне круто. лучше. Я могу НК Г36 начать. Не, Кстати, она пока что довольно-таки ничего не неплохая в подходит. этом, в контракт-варсе, ну, и, ну, такая средненькая. Ну и здесь средненько. Снаряжение есть, тактический шлем у меня. Стоит его качать? Кого? Не, пока Сошку, да, что качать тебе тогда? лучше не стоит, пока что. Да. Тебе модули пока что, у тебя уровень маленький, ты за уровень получаешь оружки Так, халявные. ну ладно. Кстати, кто в Warface сейчас понимает играть, ну как играть, тот поймет, мне с золотой коробки упала калика инженерская навсегда. Вот, Анарик Да, Харитонов снимает видео страшно. по Warface. То, что можете перейти на его канал, посмотреть. Он вам потом покажет следующую серию обязательно. Так, все готовы? Вот так. Тогда все готовы. Мы Фух, я готовы. даже немножко боюсь. Да что тут, у нас Слушай, а тут можно нормальная 56 семья, корон, нас да, пирамиды заработать? делают. Да, если мы все корон там. Насчет убийств, по У меня времени. уже одна галка, короче. Звание. Стоп, то есть уже у тебя первый, второй, третий. То есть еще два уровня. Ну ладно. Ну это изи. Ну посмотрим, да, тогда вот эту последнюю миссию сделаем. Потом серию закончим. Потом обсудим. Мы как бы Ну это уже рассчитываем тогда в следующей победить серии. федерацию потом? Нет. Да. Так. Ждем. Тоже опозиция. Так, Так. окей. Постараемся вывести. Так, стоп, нам надо убить гранатами, это жесть. Это жестче. А за женского перса Блин, мы какие-нибудь походу не сможем гранатами. бонусы, плюшки идут? Потому что я помню в Point Blank, вот когда ты Да, играешь за есть девушку, там какие-то бонусы, там 20 или 30% к опыту. Тут просто, да? Как бы. Ну, ясно. да? Ну, если честно, труднее попасть как-то для меня вот этих Авроров. Сейчас здесь уже не Так, как торопимся, ты? как на лёгкой. На тренировку. Эй! Вау, взрыв. Я буду стараться какие-нибудь прикольные моменты снимать. Да, мы лучше Ух ты прошли ж, их. ёлки-пал. Самый Да не, мне прикольный нравятся момент вот будет, эти взрывы когда мы будем всякие. валить по 50. Вид кайфом, мы в какой-то как деревне, я не знаю. Городская деревня. Да блин, мне не дали убить гранату. Ну и не буду, короче, не дали. Неохота убивать Сложно гранату. Это так. убить врагов гранатами. Ну, короче, да. Так еще особенно на ПВП. Там надо было 15 врагов зимние хоть убить с гранатой. Хотя, короче. Жесткий минус, если дарить ты сейчас не Ничего себе. погибнешь ни разу, Я буду то ты можешь ачивочку стараться. получить. Бессмертие. Ага, я, короче, одного Это гранатого по я слонам убил. стоит там где-нибудь. Ух ты, тут какой-то скин прикольный, красный. Ну-ка, покажи. О, хорош. Не знал, скин прикольный. У него сзади мишка. Да. Плюшевый. Такой бронежилет. А, Кайфово, так это необычный какой-то. бронежилет. А, кайфово, такой Бронежилет он праздничный. вход в игру. Прикольно. Понаблюдать за ним. Я как бы оператор в полевых условиях. Мне дали автомат, но я им не умею обращаться даже. Да. Жизненно
Все тут это война какая-то идет. Показать, Это что вообще происходит кто-то там. снимать ему дорогу. Но это жизнь. Ну да, было Понимаешь, бы это в жестоко, реальной жизни не значит как на Украине. да вас сейчас вертолет будет. Так, Так, ты бегу-бегу. где ходишь? А, вот. Да, лучше. Так, все, так быстро, что ли? Вот вторая будет сложная, да? Ты как погиб-то так? А, ну ладно. Я это поторопился меня с пулеметом. Ирака сейчас. А, хорошо, что медик у нас есть. Вот бывают такие медики, Это, которые кстати, лучше лейтенант. бы они не медиками были, потому что они вообще не помогают. Так тебя медик... А, точно, тебя же не спасли. А, не успел? Он не хотел Я вот видел спасаться. медика, который реально вперед просто выбегает куда-то. Да, но у него есть, Ну кстати, какого рядом. фига, ты должен сзади хотя бы быть, чтобы других спасать. Посередине, Ух ты ж, желательно. ёлки-палки. Убегать? Лучше Ладно. побежать здесь сразу. Хорошо. Сразу Попробуем. пробежать. Фух, убил. Так, я Кстати, возьму сейчас тогда подойти чуть-чуть. облегченную рукоятку. Встал. Нет. А ты что, ее не взял? Я буду Блин, такая стены акула делать. классно смотрится. Тихо. Ой, огонь. Стой, погоди. Все, пошли. Идем. Сейчас на крыше, да, самая жесть будет. Чем он стреляет таким? Слушай. Да, мы на крышу дома. Там в основном Не, он каким-то, знаешь, пулемет, хлопушки обычно празднично стреляет. стоит. Ракеты? А, патроны, Это я тоже же забыл. дешевый выход. Дай патроны. Ну и что ты? А, все. Пять. Все, дал. По скайпу проще договориться, там дай патроны или помоги. Все, побежали. А когда ты пытаешься с другими связаться, хрен они тебе дадут патроны. Да, в принципе, я могу сделать так, А, ну да. чтобы понял. Ты на что нажимаешь? Ну так, дальше. А. F1, F3. Там, смотри, А, все, каждый я ясно. орать Кайфово. можно по-разному. Буду знать. F4 там, допустим, примет, А, ну как понял. метров бить, не нравится. Типа вот это насмешка. Блин, Лучше бегу. спрячься Куда? здесь, уходи. Пошли на подсад, третий чистый. Так, Ты что у меня никуда ко мне ко мне. по здоровью? В принципе, нормально. Так, где ж ты? А, по броне тоже. Пошли. А, ты хочешь На посадить? подсад. Давай. Ну? Да. А, все, Побежали пока. хорошо, бегу. А ты сейчас Какая, скоро как... эту фигню пойдет? Сейчас. Ой, сейчас по плакату пойдет. Лучше Ладно, залезть назад куда-то, тогда. где гранатомет обстреливает. Мне надо все события снимать. Так, где он? А, вот он. Ага, немножко. Ох ты ж. И мы все сейчас Кайфово. разобьем. Разбили. А чё еще? А, это наш. Тем более я. Ну, нормально, легко справились. Чё себе, я думал, будет еще сложнее. А это сложно. Есть хардкор и еще против. Но хардкор это хардкор, там прям Ну, аж пока что черепов много рановато, ходит. мне кажется. Опасники. Да, тебе свое опасное отношение уровень пока что Кто-то там. не допускается. Побежали. Че он бегает? Я хочу его рассмотреть. И под коня Так, а вот сделаем все, так. вижу, неужели? Как леденец разукрашен у него. Так, ну кайфово. Какой у меня левел сейчас будет? Ну да, Вот, даже первый. я на первом месте. Прикольно. Но у меня хоть одна галка уже не так. Пан играть. Три галки? Так у тебя сейчас где будет? У тебя три галки.
Три Да, галки, нет, не да, так, вижу. конечно, Кайфово, хорошо. нифига себе. Все, сейчас покажу. Стоп, стоп, стоп. То есть ты уже можешь на Так, ну давай тогда вулкан на просто. вулкан в Сейчас следующей пойдем серии. на Сейчас вулкан. попрощаемся. Бить. Уже 30 минут. И Давай. сразу же начнем третью серию снимать. Вторую, точно. С вами был Даридзи и Нарик Харитонов, Вторую. ребятки. Вот. Вторую. Поддержите пальцем вверх. Будет больше серий по Warface обязательно. Также есть канал Нарика Харитонова под описанием. Можете перейти и посмотреть. Вот, я отложу тренировку инженера. А, ну, в общем, всем пока-пока, ребятки. Увидимся еще. До скорого. Выйди с комнаты.